Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова видео на проекте Amazon Replay. Сегодня будет очень интересное видео. Я надеюсь, что вам не надеяли видео с моими покупками, потому что этот год я начал с того, что начал покупать новые машины, немножко менять свое имущество, поэтому я надеюсь, что вам такие ролики нравятся. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте увидеть мой промокод, пишите MM, промокод, указать друга ютубера и потом пишите промокод Кирилл Гейм капсом. За него получите 150 тысяч, поэтому вводите мой промокод на любом сервере Amazon Replay. Я вам буду очень сильно благодарен. Сегодня, пацаны, реально будет очень интересное видео, потому что как бы я ушел в очень хороший плюс. Как именно, я вам сегодня расскажу. И в этом видео покажу свои две новые машины. Одна из них стоит у меня за спиной. Но многие скажут: стоп, у тебя эта машина была. Мы эти номера помним. Но кто меня давно смотрит, тот эту машину, в принципе, знает, да? Вот именно вот эту машину. Но нет, пацаны, это другая машина. Вы не поверите, но это реально другая машина. Я вам сейчас покажу Карпас, и вы просто все поймете, то что это реально другая машина. Сейчас я вам покажу. Вот Карпас, здесь стоит третий чип и аудиосистема. Это вообще другая машина. То есть у меня была такая же самая машина, может кто-то помнит, тоже в точь-точь такая же самая, только со спойлером она еще была у меня. И там было всего лишь нитро, там антирадар, бак и такое, короче, ни о чем. Просто была обычная такая бэха с нитро. Но, пацаны, я поменялся. Так, я очень хотел себе такую тачку с аудио системой. А здесь и аудиосистема, и третий чип просто, понимаете? Комбо просто, комбо, пацаны. Как я получил эту машину? Получается, есть такой хелпер, точно его ник не помню, я не буду говорить. Короче, есть хелпер, который меня постоянно просил, чтобы я ему продал сим-карту. Но я постоянно за нее просил там 60 миллионов, потому что я не хотел ее продавать, эту сим-карту. Она у меня уже была давно, и я не хотел просто ее продавать. И он мне постоянно предлагал, что-то предлагал, продай, продай, продай. И он мне предложил, короче, сим-карту поменять на эту машину своей доплатой. Он говорил доплату 30 миллионов, по-моему. Но мы сошлись на том, что я дал доплату 25 миллионов. Но как вы понимаете, у меня денег этих не было. И мне пришлось брать эти деньги в долг. Сим-карту с доплатой поменял на вот эту машину, пацаны. Это просто жесть, реально. Почему я такой довольный? Почему я ушел в плюс? Да потому что, во-первых, эту сим-карту я брал очень давно, где-то 2 года назад. Я ее покупал за 20 миллионов. Сейчас такая симка стоит 30-ка максимум. Максимум просто. Я видел, симку продавали 4 пятерки за 19 миллионов, понимаете? То есть у меня симка 4 шестерки. То есть получается, симку я брал за 20 миллионов и доплатил еще 25. Мне эта машина обошлась в 45 миллионов. А на самом деле такая тачка стоит 70-80 лямов, чтобы вы понимали. Ну реально, 70-80 лямов стоит вот такая вот бэха с третьим чипом аудио. Я считаю то, что это самая лучшая тачка просто, пацаны. Лучше за эти деньги нету. Ну, я имею в виду стоковая машина без третьего чипа и аудио. Чтобы вы понимали, эта тачка стоит 12 миллионов примерно. Если покупать с нитро, без нитро может быть 11 миллионов. Именно вот такая вот бэха без третьего чипа и аудио. И она едет в стоке с обычным чипом 266. За эти деньги вы быстрее ничего не купите. Корвет стоит там от 20 миллионов. Поэтому вот эта тачка, пацаны, BMW M3 E46, она еще есть на ивенте, кстати. Она еще есть на ивенте пока что. Можете на нее нафармить. Она реально очень охуенная. Сейчас очень большие цены в СТО, поэтому чип на него будет очень дорого стоить, но я вам, пацаны, рекомендую, просто рекомендую M3-46 брать с ивента. Тем более она стоит всего лишь 25 тысяч снежков. Да, она у меня без нитро, но мне похер, реально. Мне похер то, что она без нитро, потому что она с третьим чипом очень быстро ускоряется. Это, конечно, не как Бугатти, но Бугатти, она неуправляемая вообще. А эта машина, это просто пушка, блять, реально. Она рулится почти как корвет, реально. Просто рулится как сатана. Можно и бочком еще заходить. Ну реально очень крутая машина, пацаны. Понимаете, я просто симку с доплаты поменял на вот это чудо просто. Свою машину я продал за 12 миллионов. И я уже 12 миллионов эти отдал тому человеку, которого я брал в долг. То есть я еще ему должен 13 миллионов. Симка, ладно, это такое, пацаны. Это ничего страшного. У меня сейчас вот такая вот симка, если что. 8-8-4-7, поэтому запоминайте. Ближайшие там полгода, скорее всего, я буду с этой симкой, потому что я сейчас долги раздам, и потом уже буду копить себе на симочку какую-то. Ну, какую-то, знаете, ну, там, не сильно дорогую, там, 20 миллионов, я думаю, нормально будет. Давайте я вам покажу еще одну машину, которую я себе купил за 4 миллиона рублей. Тачка реально тоже прикольная, я ее себе очень тоже давно хотел. Конечно, я хочу себе такую тачку с аудио, но пока что у меня есть только такая машина. Здесь нету нитро, здесь нету аудиосистемы, чипа, здесь просто стоит занижение и развал. Вот и все, давайте я вам
Карпас покажу. Карпас 22. Вот такая вот тачка, занижение 5%, стоит развал, сигнализация, антирадар и стоит бак. Нитро здесь нету, целка маленькая, но я потом починю. Просто внешне он очень мне нравится, блин. Ну реально охуенная машина внешне. Тем более это единственный X5, который есть на Мазинге. Я уже жду наконец-то, когда добавят новый X5. Давайте я вам покажу свой Карпас вообще. Ой, Карпас своей машины. Да, вы скажете, я BMW дрочер, потому что раз BMW, два BMW, три BMW и все. У меня только 3 BMW, а у меня, по-моему, их когда-то 6 было, да, или 5. Чё, реально у меня только 3 бэхи? А, ну я что-то Мерседес немножко перешел, да. Вот, раз Мерседес, два Мерседес и три Мерседес. Ага, нормально все, пацаны. Баланс, баланс, понимаете? 3 бэхи и 3 Мерседеса. Все хорошо. Купил я эту машину у Америкоса за 4 миллиона. Ну, 4 миллиона, я считаю, это нормально. Типа, это можно сказать еще дешево, потому что, чтобы вот так сделать подвеску на этом X5, нужно потратить 5 миллионов. Госка здесь 3 миллиона. Конечно, тюнинг не особо ценится, но сейчас... Сейчас, пацаны, цены подняли в СТО, ебанутые просто цены там. Спойлер поставить на М3, 4 миллиона. 4, мать его, миллиона. Ладно там лям, но не 4 миллиона, это очень много. Мне, чтобы на бэху мою М3 поставить антирадар, бак, спойлер и так далее... 15 лямов просто надо дать, понимаете? 15 миллионов просто. Конечно же, я этого делать не буду. Купил себе в этом году уже 2-3 машины, да? Вот, смотрите, я купил себе М3, получается, YouTube, которая сейчас у меня. Здесь эти номера были Pussy Boy. Pussy Boy, но я их снял и отдал челику, короче. Он их уже потом продал за 6 миллионов. Потом, пятнашка у меня с аудиосистемой с робоскопами. И вот X5 еще у меня. Просто охуенно. Я, кстати, буханку я еще продал за 500 тысяч. Но она мне нахуй уже не надо, я так понял. Да, я хотел ее оставить, но мне нужны были деньги, поэтому я ее быстро за 500 тысяч сбагрил. Все, пацаны, просто по кайфу, реально. Сейчас осталось долго дать, накопить деньги на симочку и все, и кайфовать просто. Кстати, насчет бизака, я думаю, вам интересно. Я в этом году вам еще финку не показывал. Давайте я вам покажу финку, которая в этом году. Лям 700 вчера была. Финка. Короче, финка от миллиона рублей. Вот, от ляма просто, вот, финка. Всем большое спасибо, кто реально закупается на Рублевке Южного. Вы просто лучшие, просто красавчики. Реально, если вам нужны ремки или похавать надо, приезжайте на Рублевку Южного, там цены вообще самые пиздатые, которые могут быть. И я вам буду очень благодарен. Реально, красавчики, кто закупается, финка очень радует. Как бы стараюсь для вас, чтобы всегда продукты были, поэтому можете заезжать в мой бизнес, если что. Вот сейчас здесь я прямую попробуем разогнать, но, бля, вид он просто имеет, реально. Но я BMW дрочер, пацаны, я не знаю, вот я люблю просто бэхи больше, чем мерседесы. Ну, это факт. Это просто факт. Так, разгоняемся. 191, да, максималка. Он даже с горки, видите, больше не едет. Маловато. Маловато, ну, нормально, пацаны, нормально. Ну, бля, какая у него жопа, вот жопа у него вообще красивая. Да и морда тоже красивая. Как бы их в рулетке бивают и просто продают там по дешману на Ашане. По Госке вообще продают по 3 миллиона, поэтому кому нравится X5, я бы на вашем месте купил. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, он такое было душевное, знаете, с приятной энергетикой, поэтому я надеюсь, что вам реально видос понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь, вводите мой промокод, закупайтесь у меня в бизнесе. Всем пока-пока.